Так, дорогая Тиана, в Египте я, как и в любых других местах, торгую мозгами. Мне очень просто. Мне для того, чтобы работать, совершенно не обязательно ходить на работу. Я просто даю людям ценные советы и юридические консультации онлайн. Представляете, много желающих находится и их покупают. На эти средства и живу. А так я себе ничего не прошу. Это все знают. Я прошу донатить Лысенко. Вон карты на плашечке. А вот, и подписываться на его телегу и на YouTube канал. У меня грохнули монетизацию на этом канале, так что ничего я с этих стримов не имею. Все имеет исключительно Лысенко.